Здравствуйте, сударыни и судари! Что может быть прекраснее, чем вид цветущего сада? И что может быть вкуснее, чем ягода, земляника, которая выращена на вашем садовом участке? Ведь вы же знаете, что никакими ядохимикатами вы эту ягоду не обрабатывали. Она экологически чистая, здоровая, вкусная. Но для того, чтобы ее вырастить, нужно постараться. Вы порой спрашиваете, когда нужно высаживать и как высаживать землянику. Я вам расскажу. Нужно высаживать весной, потому что осенняя посадка очень часто неудачна. Сделайте бороздку и лейте воду до тех пор, пока она не станет стоять. Напитайте землю. Берете саженец земляники, усик укоренившийся, и высаживайте корнями вниз. Нельзя, чтобы корни загибались. Если корни загибаются, земляника не приживется. Не нужно углублять саму розетку, то есть высаживать ее нужно вровень с землей. А как выбрать нужные усы? Ведь бывают же бахмутки, те, которые жируют и не дают урожай. Когда вы собираете ягоду, вы отмечайте, какие кусты дают наибольший урожай. И отмечайте какую-нибудь палочку, или этот усик можно пришпилить. И у вас будет абсолютно точно плодоносящая земляника. Сколько можно брать усов с одного куста? Если вы подметили, какой куст плодоносит прекрасно, урожайный, хороший сорт, то вы с этого куста можете взять буквально все усы, при условии, что вы будете обрывать сами цветочки, ягодки. Но если какие-то у вас еще вопросы возникнут, то имейте в виду, что на YouTube есть плейлист на эту тему. Вы можете не только посмотреть, но и выписать книжку, списаться со мной. И здесь опыт садоводов Кузбасса за много лет. Как выращивать землянику, что она предпочитает. Ответы на все вопросы. Заходите к нам почаще, пишите комментарии, будьте здоровы, и всегда пусть у вас будет обилие вкусной земляники на вашем участке. До встречи!